Вот такая пасмурная погода. Сейчас в Анапе срывается дождик, обещают даже снег. Сейчас на море дует до 12 метров, сильнейший ветер. Но это не повод расстраиваться. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня есть шанс выхода в море. И я попробую рискнуть еще раз GoPro-шкой и возьму вас с собой. Температура воздуха плюс 6 градусов сейчас у нас. И мы отправляемся на один из живописнейших пляжей вблизи Анапы. Пионерский проспект. Золотистый, по-моему, проезд правильно называется. Блин, я весь в предвкушении. У меня с собой загружена снаряга. Александр уже тоже туда выдвинулся. И сегодня два человека из Анапы собираются покорять волны в Анапской бухте. Давайте посмотрим, что там происходит. По поводу, кстати, вирусного заболевания кори в Анапе, я в телеграм-канале опубликовал от наших врачей видео. Они рассказывают о том, что в основном это завозные вирусы приезжают к нам. Не у нас, он где-то здесь образовался, а те люди, которые путешествовали, приехали как раз-таки с ним. Так что будьте внимательны. Все те, кто, как говорится, вакцинировался в СССР, радуются. Но говорят, что даже те люди, которые привиты, могут заболеть. Такая вот печальная статистика. Мы тем временем на Северной улице в городе Анапа, и нам остается немножечко до Пионерского проспекта. В нашем чате кайтеров я смотрю, что там ребята тоже начинают ждать от нас информацию, потому что думают выехать. Вот самое главное, чтобы дождь со снегом не пошел, потому что когда ты едешь с большой скоростью, и тебе в лицо летят капли дождя, еще снег, и Александр рассказывал, как он в град попадал, то это вообще прям жуткие ощущения, даже дождь очень больно бьется. Проезжаем речку Анапку. И видим, что на море волны бушуют, стихия. Здесь же на Пионерском можно увидеть, как сосны гнутся. Такая вот погода, друзья. Но сейчас на берегу мы прочувствуем ее полностью. Здесь приходится укутываться. Александр, мой учитель по кайту, уже здесь. Я, как и говорил, нас двое. Я бы мог сказать, сейчас творить, но не буду. И мы с вами идем на моря. Здесь красивые места. В этом плане прям смотрится очень хорошо. Саша разбедается уже, да? Сейчас я возьму анемометр, и мы замерим, с какое там направление, сколько дует. Отлично, давай. Я пока покайфую, море посливаю. То есть Саша хочет узнать точно силу ветра и какой кайт взять. Но я взял два, у меня девятка и двенашка, поэтому должно быть все хорошо. Здесь великолепные беседочки вы можете наблюдать, в которых в это время года можно вообще абсолютно бесплатно посидеть, а летом же они сдаются. Ух! Смотрите, какие волны, какой шторм. Я хочу сразу отметить, купаться в шторм нельзя. Не повторяйте, ребята, еще говорю, мы шли к этому долгие годы. Там Александр вообще с невероятной физической подготовкой. У меня чуть хуже. Ветер у нас дует вот оттуда, с Анапского мыса. Вот это сила. Шторм вообще доходит прям до берегов, до всех вот оставшихся после сезона навесиков. Можете увидеть, что выкидывает и водоросли, всякий разный пластик, который люди набросали. Шикарная погода для кайта. Ветер невероятно просто плотный. Пушка. Привет, морюшка. Посмотрите, какие раскаты. Я, знаете, я всегда смотрел со страхом раньше на море. Сейчас я смотрю на него с большущим уважением и ощущением, как я туда хочу. Это невероятное чувство. Наши подписчицы, красавицы, гуляют по морским местам. Ну, смотрится это, конечно, просто великолепно. Такие тучи висят. Такое море шикарное. Сейчас Александр придет, и мы будем замерять. Так, 10,5 показывал. Александр говорит, что здесь немножко не точно показывает. А там сколько у тебя показало? 11,5, порывы 14. Офигеть. Ну, как в прогнозе, я тебе хочу сказать. То есть четко на... Я смотрю на Керченскую переправу, и там вот точно такие же прогнозы давали. Да, то есть 1:1. Отлично. Кухня даже такая клеенчатая. Саня сказал, я потолстел, набрал 5 килограмм со стрессами, со всеми этим. Будем надеяться, что все уйдет, и в дальнейшем будет хорошо. У нас пошел дождик. Какая-то команда собирается, все переодеваются. Мы выходим. Выходим. Готовится опускаться. Один у нас уже стропы размотал. Фу, столько вещей. Так все тело стягивает, так я от этого отвык. Идем, Юра, идем. Сейчас мы будем покорять море. Да, тренироваться. Представляешь, как он страшно для всех это выглядит, а вы лезем туда. Ну, нормально. Ради этого мы сюда и приехали. Кайты подняты,
и мы сегодня с вами окунемся в шторм. Я попробую вам передать свои эмоции, потому что полтора месяца где-то я не был в море, а сегодня оно очень холодное, сегодня оно ниже 10 градусов, это, наверное, самое холодное море, в котором я не купаюсь, а именно катаюсь, потому что руки замерзли, и я не смог чисто из-за того, что кончики пальцев перестали работать, откатать гораздо больше. А удовольствие было просто нереально много. Камера, она как-то сужает, не показывает масштаб волн. Когда ты выходишь за вторую мель, там волны сегодня были метра, наверное, по 3. Вот потом Александр напишет комментарий, чтобы я не соврал. Но с камерой вот именно в холод было очень неудобно, потому что одной рукой управлять кайтом, к сожалению, тяжело. И надо искать еще какие-то варианты, потому что кадры, по-моему, сверхпотрясающие. Вас получается перенести прям в море, прям как будто поставить на мое место, и вы смотрите вместе со мной по сторонам, конечно же. Это восхитительное ощущение, так опускается кайт вниз, развивается скорость, и мы полетели. Ну, к сожалению, каких-то там сверх вещей я вам показать не смогу, но все равно прокатить по волнам по морю, это была моя мечта вам показать, чтобы вы почувствовали, что это такое, когда ты стоишь на доске, когда в ушах свистит ветер под ногами, у тебя кипит море, и ты заезжаешь на волну. Это нереальная фантастика. Вот я сделал галс туда-обратно, к большому сожалению, из-за этого слился очень сильно, и пришлось возвращаться немножко пешком. Ну, и это дало возможность мне передохнуть и потом прокатиться еще. И самое, наверное, красивое, что сегодня получилось, это именно с моря поснимать ребят, как они прыгают. Сейчас вы это все увидите дальше. Потому что, к сожалению, у меня кадров не так уж и много. Но пишите обязательно отзыв, когда будете смотреть этот видеосюжет. Зашло ли вам катание? Пытаться ли еще тащить камеру в море? Рисковать ли? Потому что, ну, вот круче вот так, наверное, снимать. Смотрите, Александр, какие пируэты выдает. Небольшое падение, но это мелочи после стольких, так сказать, флипов. Ах, пятюнечку вам всем дал и погнал дальше по волнам. А я купаюсь, чуть-чуть отдыхаю, потому что, ну, действительно, подготовка важна, потому что ты всегда должен быть в тонусе, в форме. А здесь я набрал лишний вес, около 5 килограмм, и мышцы немножко у меня, так сказать, раздряхлели. Сейчас сижу, они все зудят, болят после всех этих морских штормовых ощущений. Ну, какая красота, ребята, это все наше с вами, Россия, Анапа. Ух, как Александр красиво меня напугал куполом, я аж упал. И здесь еще мы смотрим, как кайтеры наши, все ребята. У нас, кстати, сегодня собралось, по-моему, порядка 5 человек. Это уже самые, наверное, безбашенные любители моря, которые смогли выйти сегодня в него и показать вам вот такую вот красоту, прям надо мной пролет Александра. Шикарно просто. Я выложил в Телеграм отдельно небольшой кусочек из этого штормового приключения. Ну, повторяюсь, друзья мои, не повторять. Это выполнено все профессионалами. Я знаю, что делать, если вдруг меня будет тянуть тягун. Вокруг меня ребята, которые меня вытащат, спасут. Поэтому, когда вы под алкоголем сами идете в море, это как самоубийство. Чу-чух. Ветра не хватило, Александр тоже не смог зайти на красивый прыжок. Он сегодня скисал, к большому сожалению, но я насладился купаниями. Оп, вот такой вот свитч стал и разворот. Красавчик же. Могет когда. Уф, уф, да? Я просто так же с вами любуюсь всеми этими кадрами, которые смотрю еще очередной прыжок от Александра. И мы можем с вами получить вот испуг. Пятюнечку. Не расслабляйтесь, ребята. Вот прям, знаете, вот смотрю, и такое ощущение, как будто сейчас волны прям залетят непосредственно к нам. Это наш рай, ребята. Раз-два, раз-два. Проверка микрофонов, друзья. Я живой, это самое главное. Как вам зашел, не зашел этот сюжет? У нас вот только кончился дождь, знаете, такое неприятное мгновение, не в том, что мы зашли в море, начался дождь, под ним покатались, но хорошо, хоть не было града и снега. Вышли из моря, переоделся под дождем, сел в машину, дождь закончился. Погода просто лайк, ну, ветер сейчас стих, говорят, что, возможно, еще зайдет, не знаю, у меня сил нет, он получается где-то с 12, ну, около
полутора часов я точно провел в море, пускай даже час в чистом виде. Этого для человека, который полтора месяца не катал, достаточно. Надеюсь, что кадры, которые удалось для вас заснять, настоящего мужского моря и мужчин, которые не покоряют, наверное, все-таки правильно говорить его, все, а получают удовольствие от единения с ним, зашли вам до глубины души. Надеюсь, что достоин вашего лайка. Сегодня без хайпа, сегодня просто море Анапа. Лучший город Земли, потому что здесь можете жить и вы. Лайк вам всем и каждому. Но если не можете жить, то приезжайте отдыхать обязательно. У нас очень много чего интересного можно вам показать. Я буду стараться это сделать. Обещаю.